чисто вот так вот по-семейному, и можно сказать, вот, чтобы хорошую передачу посмотреть, вот, поработать. Сам Новый год вот этот вот, я считаю, что как бы, знаете, вот, ну не знаю, не понимаю я его. Не могу сказать, что это такой вот, как Новый год. Вот. Старый Новый год, это просто то время вспомнить, когда переименовали. Это те две недели. Чуть-чуть отмечим. Потому что, если знаешь праздник, надо отметить же. Старый Новый год, это уже давно, как бы сейчас никто этого не помнит. Уже, наверное, все забыли, что это такое за праздник. Ну, в свою очередь, я чисто так же отмечу, как и всегда, каждый Новый год. Ну, в кругу семьи и не очень так празднично, как Новый год. В кругу семьи, конечно же. Тот же Новый год, только старый Новый год по старинке, как говорится. Дай Бог здоровья всем, счастья, здоровья, любви, согласия всем. Это самое главное.